Добрый день. Смотрите, буду вам показывать еще раз, как работать с данными шаблонами. Представьте, что это школьная пропись, и вы должны обвести, как школьник, крючочки и галочки. То есть это основа нашего письма, перо – это основа нашего рисунка. Здесь все помечено. Это точка начала, от нее идет стрелочка. Соответственно, в точку начала вы приземляетесь пером. Вот она пошла кривая. Вот у вас есть вторая точка. Только вы на нее приземлились, не отпуская мышку, вы можете начать делать кривизну. Смотрите, вот я веду, попала точно, видите, линия в линию, отпустила. Веду к следующей точке, попала в эту точку, отпустила. Веду к следующей, здесь должен быть изгиб. Зажала точку и разошлась. Отпустила. Опять здесь мне просто нужно щелкнуть, а к этой точке уже буду идти с изгибом. И таким образом проработать все фигуры. Почему я даю эти прописи? Потому что перышко действительно достаточно сложный элемент, и к нему нужно приспособиться, чтобы научиться вот эти вот усики вытягивать. Здесь они все логично просто сделаны. Точка, в которую вы должны поставить, у вас обозначена. Вот видите, я как раз видео рисую, для того, чтобы вам было это понятно. Чтобы ничего не пропадало, у меня вот здесь вот есть заливка белая. Вот ее можно вот так отключить. Мы это в следующих уроках разберем, ну просто если это вам будет мешаться. Вот, у вас получается очень большое количество точек. Не там, где они должны быть. Вы очень сильно их волнуете, скажем так. Да? То есть вам нужно было просто взять точка, точка, точка.